хотите сфокусироваться на чем-то главном, вы должны этим заболеть. Нам все время хочется, чтобы у нас фокус сам собой, так сказать, формировался в мире, где нас все отвлекают, все дергают, где информационный этот на нас шум валится и так далее. И единственный способ сформировать себе эту доминанту, когда вы полностью погружены в вопрос, когда любое внешнее раздражение напротив только помогает вам концентрироваться, это заболеть. Что такое заболеть? Вот вы когда болеете, все вам лень, скучно и неинтересно. Ну, то есть вот вы даже больному смотреть телевизор, и то сложно. Все. И вот это. Вот заболеть — это когда все остальное вы перестаете воспринимать как интересное. И вот то, что обычно же вы как-то пытаетесь найти во всякой разной вот этой деятельности, которая забирает вас за счет вот этой всей прокрастинации, вы пытаетесь все время найти там какое-то развлечение, какой-то интерес. Вот просто скажите себе: мне все неинтересно. Вот это неинтересно, социальная сеть неинтересна, кино неинтересно, это неинтересно, это неинтересно. И вот как только вам все станет неинтересно, вы обретете фокус. Потому что до тех пор, пока вы ищете там какую-нибудь развлекалку, вы будете отвлекаться. Ваш мозг скажет: о, интересненькая штучка, мы туда побежим и не будем здесь функционировать. И все, вы не сможете на главном сфокусироваться. Поэтому все должно стать вам скучным и неинтересным, кроме дела, которым вы заняты.